Сегодня комиссия по законодательству рассматривала вопрос лишения полномочий депутата Московской городской думы Евгения Ступина, который признан Минюстом иностранным агентом. Смотрите мое выступление на заседании этой комиссии. Я, конечно же, выступаю за то, чтобы депутаты посещали заседания Московской городской думы и сама их не пропускаю. Но именно поэтому я сейчас буду голосовать против прекращения полномочий. Нельзя жить двойными стандартами. Каждое заседание мы слышим: «Прошу признать причину уважительной ввиду моего отпуска по основному месту работы. Прошу признать уважительной ввиду занятости по основному месту работы». Поступило письмо депутата Батышевой Татьяны Тимофеевны с просьбой считать ее отсутствие на заседании Думы по уважительной причине в связи с отпуском по основному месту работы. Коллеги, к нам поступило письмо от депутата Зюганова Леонида Андреевича с просьбой считать его отсутствие на заседании Думы 27 сентября 2023 года по уважительной причине в связи с отпуском. Поступило письмо от депутата Бабаяна Романа Георгиевича с просьбой считать его отсутствие по уважительной причине в связи с командировкой по основному месту работы. Так вот, здесь предлагалось внести на рассмотрение свои предложения по вопросам посещаемости. Хочу вас уведомить, что я внесла эти предложения еще в июне 2023 года. И их не желают рассматривать. Мои предложения заключались в том, что я просто приравниваю уважительные условия для Мосгордумы к уважительным условиям, которые приняты в Государственной Думе. В Государственной Думе четко перечислен перечень уважительных причин. И я только своим законопроектом, а законопроект называется «Об ответственном отношении депутатов Московской городской думы к заседаниям Московской городской думы», переношу вот эти вот условия, которые приняты в Государственной думе, на Московскую городскую думу. И это нонсенс, что единороссовское большинство признает, уважительна причина или неуважительна. Такого быть не может в нормальном правовом государстве. Это полный правовой нигилизм, когда представители одной партии, причем, ну извините, наверное, нельзя так говорить, эксгумированные из прошлого созыва, но представители единороссовского большинства определяют, уважительная причина или нет. Вот против этого я сейчас буду голосовать. И против того, что мой законопроект об ответственном отношении депутатов Московской городской думы к заседаниям Московской городской думы уже не рассматривается почти год. Не хотят, видимо, большинство Московской городской думы ответственно подходить к заседаниям. А уж извините, пляжи Куршавеля, если в этом иронию вы не прочли, то не специалист я в этом деле. Я все больше по Тверским, Костромским, Ивановским не разбираюсь, где там пляжи, а где горные трассы. Буду голосовать против. Кто против данного документа? Коллега Тарасов и коллега Шувалов. Большинством голосов решение принимается.